Жеглов говорит. Ну что, кончилась опера? Ну, балет, балет. Наверное, я погиб, глаза закрою, вижу. Наверное, я погиб, робею, а потом, куда мне до нее? Она была в Париже, и я вчера узнал, не только в ее одном. Какие песни пел я ей про север дальний? Я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на ты, но я напрасно пел о полосе нейтральной. Ей глубоко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал, это ближе, про счетчик, про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, ей сам Марсель Марсо чего это говорил. Я бросил свой завод, хоть в общем был не вправе, засел за словари, на совесть и на страх. Но что ей от того? Она уже в Варшаве. Мы снова говорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски, прошу, пане, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до меня? Она уже в Иране. Я понял, мне за ней, конечно, не успеть, ведь она сегодня здесь, а завтра будет в Осло. Да я попал в просак, да я попал в беду. Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду.